Традиционный банный день в субботу Чите Абрамовых из поселка Подвязновский пришлось отменить. Избежать ЧП, не отравиться газом им удалось лишь чудом. Застали зажигать, значит, подносим спичку, все, включаем, вроде загорелось, включаем воду, вроде горит, потом раз, гаснет, снова, и так раз пять. Газ идет сюда. Тяжело уже становится, ну, сгорает кислород в помещении. Помывку отменили и вызвали газовую службу. Специалисты подтвердили, пользоваться колонкой опасно. Они приехали быстро, стали проверять, значит, отодвинули эту заслонку, вот, пламя поднесли, а пламя не туда идет, а в квартиру. Они его фотографировали, потому что это, говорит, для нас обязательно, чтобы было, нареканий не было, что мы просто, значит, пользоваться колонкой нельзя. Два дня пожилой мужчина буквально одолевал свою управляющую компанию с просьбой проверить вентканал, ведь самому карабкаться на чердак уже не по годам. Нехотя коммунальщики все же откликнулись. Выяснилось, что вентканал частично разобран, видимо, в качестве печки его использовали бомжи. Недостающие кирпичи представители УК вернули на место, а на чердак повесили замок. Акт профилактики и прочие услуги газовиков стоили Валерию Петровичу 3500 рублей. Пенсионер уверен, заплатил он за халатность управляющей компании. И угрожала жизнью, раз. А потом, почему я должен 718 рублей плачу, и еще 3500 я должен платить за нерадивость? Я вот это вот я никак не пойму. Раз вы взялись, так будьте любезны, исполняйте. Все же я должен бегать сам, это, бегать туда-сюда. Тогда я вообще не хочу с вами работать. Почему чердак не закрывали, за состоянием газовых коммуникаций не следили должным образом, мы хотели спросить у руководства управляющей компании Ивановский район. Но за 4 дня на наши звонки никто так и не ответил. Пенсионер намерен вернуть свои деньги и уже подготовил иск в мировой суд. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.